Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Этот человек по-любому убежит. А я переключу тебя. 100%. Конечно. Да я знаю. Я не играю в эти игры. Я вас... Так, переключит, не переключит. А то начинаете какую-то фигню. Ну это ж такая игра. А вот он меня переключит. А может ты меня переключишь. А вот у Пильдара Украина сдала почему. Почему у Пильдара Украина сдала? Расслабься. Это ж ты его захватил. Лично ты. Украина сдала у Пильдара почему? Потому что ты его захватил. Ты герой с автоматом в руках, ты его захватил. Почему Украина сдала Угледар? 72-я бригада убегала, как зайцы. Почему? Да, потому что тебя испугались. Да? Диванного воина. Ну, думают, ну раз такой мощный человек, то, конечно же, надо убегать. Смотрите, Новогродовка, теперь Угледар. Какой будет следующий город, на ваш взгляд? А ну-ка скажите. Не знаю, смотря куда ты придешь с автоматом. Да. А вы решили включить Незнайку на Луне, да? А я действительно не знаю, куда ты двинешься, герой. Не знаю, да. Ой, как не смешно. Знаю, как замечательно, когда кого-то посылать. Когда кто-то будет подрываться. Я у вас спросил. Когда кто-то будет подрываться. Когда при штурме Угледара за 2,5 года кто-то будет, так сказать, убиваться. Так тем интереснее, почему Украина вызвала. Я знаю, что вам ваши потери года, только интереснее. Чем больше крови прольется, тем для вас интереснее. Дым. Ну, Александр... Ну-ка, не, ну это же очевидно. Вы как тараторга себя ведете сейчас. Для нет, чего? Это вы как тараторга ведете. Я ж конкретно говорю. 2 года защищать Угледар... Вполне себе два нормально, с половиной. И потом его просто сдать. Почему? 2,5. Ну, мясом продавили. Кидали мясо туда постоянно. Ну, конечно. Или клещами. Сколько бронетехники. Да, мясными клещами. Мясными клещами. Мясными, ну да, конечно. А клешни откуда взялись? Потому что рядом, ну, с одной и с другой стороны сидели трусы, которые бежали после первого обстрела и сдавали позиции, да? Ты же у нас герой. Ты же у нас смелый человек. Давайте честно говорить. Ну, ты бы, конечно, бы в окопе сидел бы, да, это самое, ну, честно, и принял бы честно смерть и ни шагу назад, и ты бы вот, Александр, у нас, конечно, я имеешь, понимаю, моральное, я понимаю, право об этом говорить. Я понимаю, что вы постоянно на нуле. У вас какая-то, знаете, травма вот эта, знаете, ну, послевоенная, как она называется. Не-не-не, это у тебя я травма. Я понимаю, что вы сейчас ерничаете, там как-то пытаетесь на меня укусить, но это же не действует. Сам факт сдачи Угледара, он имеет место быть. Ну, ни я, ни вы не можем же сказать, что этого нет, правильно? Или вы можете сказать, что... Или вы, как обычный украинский такой блогерок, скажете, что Угледар еще русский, ой, украинский, а? Радость ваша, диванного человека, того, кто, так сказать, радуется тому, что кто-то погиб. Что не вы, Александр, сейчас штурмовали эти позиции, конечно же. И не вы их защищали. Бригада, она практически вся осталась там. Мы это и с вами знаем. И вы знаете это, и уже и вся Россия знает. Все, ну да, двойка, по телевизору вашему. Вся там. По телевизору вашему. Все знают. И по вашему тоже. И по вашему тоже показывают. Ну да. По вашему тоже показывают. А вы не смотрите. 72-ка вся потрепанная, вся поерзанная. Ну честно. Угу. То ли дело, так сказать, это ваши факт. Непотрепанные свежие части. Вот ну, это факт. Да. Вот это вот. Александр, подождите. Свежак. Давайте про людей не будем. Свежак. А давайте это будем ну, про это людей. Нет.
Потому что понятное дело, что вам эта тема не интересна. У нас сейчас на повестке Угледар. Угледар, а какие это там люди? Укрепрайон, который украинская армия держала 2.5 года. Ну, выслушайте меня, что вы перебиваете? Ну да, так хватит. Меня возмущает сама позиция. Как это? Давайте не будем про людей. Уходя из ваших слов. А давайте будем про людей. А давайте будем про людей. Держался он или нет? Так, а давайте будем про людей. Почему? Почему? Скажите, пожалуйста, сейчас Угледар просрали. А я сказал, а вы не поняли. Почему украинская армия... Я ответил на этот вопрос. Воины света, захищники... Ну, оторков, да. ...ворогам бойцы. Почему не просрали Угледар, Александр? Я же ответил... Что я вам ответил на это? Не забыли? Вы забыли, что я ответил на это? Потому что орки продавили. Потому что орки мясом закидали. Саша, я тебе прошу бегать. Вот. А я переключу вернулся. Тебя, конечно же. Вернулся. Потому молодец. Что ты не слышишь. Я думал, покажете свою слабую позицию. Ты же ответа не слышишь. Ты же забыл уже, что я отвечал. Ответьте, пожалуйста. Что я до этого отвечал тебе на этот вопрос? Вы несли какую-то несуразицу. Несуразицу, конечно же, для вас потери ваших орков это несуразица. 72-ка вам расскажет, сколько потерь было там. Она вам расскажет. Ну да, конечно. Она вам передаст по рации потом. Конечно, они расскажут, сколько орков они положили. Да. Поэтому про потери не надо. Не надо про потери. Про потери надо. Почему сдали? А я же отвечал на этот вопрос. Опять-таки, вы опять повторяете повторите, этот вопрос, а не слышите ответ. Смотри, я, Александр, я прошу прощения, я не услышал. Повторите, пожалуйста. Не, потому что орки закидали мясом Угледар. Угу. Ну вот. Я понял. Потому что орочьи атаки, так, не считаясь с потерями, потому что они вас не интересуют, как вы сказали. Ваши орки вас не интересуют. Вы сидите на диване. Знаете, что? Мне интересно, Александр, вот, ну вот, исходя из тех ваших слов, что вы сказали, докуда вы будете отходить, ну, исходя из ваших слов? Если мы мясом закидаем до Львова, допустим, условно, из ваших слов, вы до Львова будете отступать, да? У вас не хватит орочьего мяса. Не-не-не-не-не. А посчитайте, если сколько, какие потери, а сколько хватит? Километров. А если вы, так сказать, ну как, давайте не Александр, будем, а если так, а вы посчитайте, до какие Львова? Потери, да, до Львова, Кубарь, до Киева Львова за три дня. Кубарь, не, вот, ну хватит, ну что это? Ну, ну за три дня до Киева. Вы же взрослый человек, ну что вы лезете вот в это болото, ну хватит, ну какие три дня, ну что вы бредите? Ну конечно, не было никаких трех дней, да за день уже... На следующий день уже штурмовали Гостомель и получили по морде. Вот, я думал, вы такой взрослый мужчина, честно. А ведете себя как-то тихо. Так еще раз. Ну, я вас посчитайте, сколько километров вы продвинулись и сколько вы потеряли. Почему вы меня перебиваете? И вы. Объясните, пожалуйста. Ну, потому что я отвечаю на ваш вопрос. Вы. Давайте. Да, любой взрослый человек понимает, что с такими потерями, куда вы дойдете, вы можете посчитать. Вы пойдете лично до Львова, вы этими Львова, самыми грунтовыми водами пойдете. Вы лично пойдете на фронт? А если мы будем стоять возле Львова? А если вы будете стоять, вы лично пойдете в Львов? Столб и вместо Львов. Вместо Львов. Жду а где вас, вы будете, Александр? Жду где вас. В этот момент будете вы? Жду вас, а? Жду вас. В Польше. Жду вот вас. Такие сыкуны убегут в Польшу, как вы. Ну, конечно. В Польшу. Да, вы, а вы смелый человек. Вы будете лично штурмовать дальше за Угледаром что-либо? Александр, а куда вам бежать еще осталось? Точно, точно. Куда же мне бежать осталось? Ну да. Как Польша на следующий день войны, куда же я побежал? На окружную дорогу в расположении 22-го батальона. Вы в Торонто убежите, да? В Торонто? В Канаду? У вас там друг есть, я слышал, да?
Друг в Торонто? У вас Да, неправильные сведения. ну это как, здрасте, ну что вы врете? Нет, не вру. У вас много у друзей вас в Торонто. неправильные сведения. В Торонто у вас есть очень близкий друг, я слышал. Да-да-да, кто это? Ну, как кто? Ну, у вас ваш очень ну, близкий друг. Ну, кто? Назовите имя. Имя сестра, имя. Не бойтесь назвать. Как его зовут? Вы же сами его знаете. Ну еще раз, как его зовут? Нет, в Торонто нет. Но вы же сами его знаете. В Торонто нет. Не, я в эти игры не играю. У вас есть друзья в Торонто. Еще есть, раз. Есть. Еще раз. Есть. Кого вы имеете в виду? Не да. бойтесь это сказать. Ваш друг. Ну, я предлагаю вам самим Ладно. Признаться. Все понятно. Уже, так сказать, как это? Все, все. Три повтора хода. Считается, так сказать, да, переключу, да. потому что раз вы ссыте сказать, я назвать вас простое пожалуйста. Имя какого-то там блогера или кого-то еще, все, гулять.